А как у тебя братиков зовут? Скажи, как братиков зовут? А где мама у тебя, знаешь? Не знаешь. А где папа? Это два брата-близнеца. Сколько лет, пока неизвестно. Это у них старшенький. А это младшенькая девочка. Три сыночка и лапочка-дочка. Вот такая девочка в любом случае тоже ведет инфекцию. Тут сопельки. Температуру мерим. Так что вот такие дети. Пацаны, мужики, смотрите на меня. Молодцы. Молодцы. Мокрые абсолютно все насквозь. На летних УВД по городу Сочи в Адлерском районе выявили на детской площадке 4 детей в возрасте от года до 3 лет. Родителей несовершеннолетних поблизости не оказалось. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность их матери. Так как ее дома не оказалось, на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики доставили детей в медучреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения женщины.